сообщает ТАСС о заявлении РФ экс-президента, что войну в России навязали. Вот как. Непонятно, ведь известно, что РФ ни с кем, и с РФ никто не ведет войны. И хотя глубокий смысл пословицы: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Поймет кто-нибудь, едва ли. Выполнение долга человека, а не всем напоминать. Я допустить не смею слабины, потому и напоминаю о них всем с утра до вечера, а иногда и ночами. Потому что делай, что должен, и пусть будет, что будет.